Всем привет, мои дорогие мастера и мастерицы! В этом своем коротком видео я хочу показать, как можно красиво, просто или оригинально упаковать свой товар, который вы изготовляете. Для того, чтобы упаковать свой товар, я беру обыкновенные коробочки. И потребуется, конечно, шерсть, потому что здесь будут изделия из шерсти. И сам изготовленный подарок. Итак, вот посмотрите. Коробочки все разные, потому что в каждой коробочке лежит фигурка разных размеров. Естественно, упаковка вашего изделия все время повышает продажу, если вы будете его продавать. Или же, если вы оформляете как подарок для ваших близких, он тоже будет смотреться намного дороже. Я в своей упаковочке положила шерсть. Посмотрите, это самая обычная шерсть, которая прочесана. И, естественно, лежит фигурка, которую я сделала, и элемент декора. В этой же коробочке можно и хранить эту игрушку, которую я сделала. Сюда же можно написать и поздравления, если вы будете дарить ее ко дню рождения. Если же человек у вас купил это изделие, вы просто можете написать короткое спасибо. Итак, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня, я буду очень благодарна.